Всем привет, дорогие наши зрители и подписчики канала. Мы начинаем начинаем снимать наш сегодняшний влог. Заговорилась совсем. 13 марта. И время у нас сейчас 1:30 дня. Сегодня, как я и говорила, у нас сразу получилось такое сумбурное утро. Владик у нас поехал на тренировку, Вероника в садик с утра. А мы с Ильей на диспансеризацию прошли врачей всех. И в итоге пришли, тут Владик бегом доделывал уроки, потому что ему было в школу идти. Короче, все бегом скорее. И как-то так все сумбурно, быстро. В итоге он ушел в школу, мы с Илюшей пока почитали и только-только начали снимать наш влог. На улице у нас не солнышко, как вы можете видеть, но, блин, такой ветер, второй день подряд, но реально невыносимо. Идешь, сносит с ног. Оденешь теплую куртку, то очень жарко, потому что у нас солнце греет. Но когда дунет ветер, в этом пальтишке, такое впечатление, как будто ты просто стоишь чуть ли не голый, настолько пронизывает этот ветрюга, что просто нет сил. Все прекрасно, все хорошо, солнышко, хорошая погода, солнышко греет, но ветер просто ужасен. Так, ладно, пока Илюша у меня сейчас побежал в ближайший магазин за мукой. Мне надо помыть посуду, потому что посуда у меня очень много грязная. Это завтрак, с обеда, Ладик поел с утра перед тренировкой, перед школой, как бы еще посуду не мыла, ничего не делала, поэтому сейчас изначально мою посуду. Так, у нас время почти 3 часа дня. Сейчас очень-очень быстро я готовлю ужин, готовлю еду, потому что сегодня еще много дел впереди. Так, здесь у меня обжаривается морковка, лук, специи, немножечко шампиньона, прямо с таких этих измельченных. И шницель Сергея. Сейчас скажу, для чего это нужно. Здесь у меня обжаривается фарш и то же самое все специи, лук, чеснок. Сейчас сюда еще надо добавить укропа. Укроп сюда добавлять, к сожалению, не буду, потому что Илья на такое не ест. Фарш. Видите, какой такой. Я сама делала дома из мяса. Так, сейчас все хорошо дела. У меня прожарится, обжарится. А тут у меня уже готово тесто. Вот, я уже залез, бухнул. Готово тесто сегодня. Точнее, не сегодня, сейчас я буду быстро делать чебуреки домашние. Надеюсь, у меня все получится. Хотелось бы в это верить, по крайней мере. И думаю, что они будут вкусные. Все-таки домашние чебуреки, есть домашние чебуреки. Также я уже... Только осталось лук, полезть какой-нибудь свинарник. Сейчас все убирать буду. Здесь у меня шампиньоны, морковка. Там под низом порежу лук. Это чисто Сергей сделал ее шампиньон на ужин поджарку. А нам, короче, деткам размораживается... Сейчас буду делать им тоже такими небольшими отбивными в духовке запеку. Аккуратнее. Илья, слезь пока, я сейчас тебе дам, что ты хочешь. Подожди, пожалуйста, подожди. Все не терпешь тебе, да? Не колупай тесто, господи, боже мой. Так, у меня тут все варится, жарится, парится. Я уже не знаю, за что хвататься, потому что время 3:30, мне надо 4 уже выйти из дома, а я еще никак не могу ничего делать. Готовь свои вещи, проверяй на месте, там все лежит или не, да, все. Здесь у меня уже жарится мясо в духовке, запекается на ужин. Сергей, у меня уже готова еда. Ну а теперь переходим к чебурекам. Смотрите, делаю сейчас начинку Сергея и делаю начинку нам. Елена, подожди ты минуту, куда ты летишь, как таракан, честное слово. Человек-паук по ящику лазишь. Наш фарш. И мясной я пропустила, пожарила и пропустила еще раз через блендер. Смотрите, как он получился мелкий. Так, поэтому сейчас я отрезала, раскатала тесто. И на одну половинку мы выкладываем либо фарш, либо Сергея фарш. И хорошо, закрываем одну половинку на вторую и закручиваем, да? Хорошо, пальчиками. Потом покажу, что в итоге получилось. Так, ну что, я, честно, знаете, вздохнула с таким удовольствием, с большим. Илья, не трогай. Время у нас 5:05. У нас должно быть 12 с 5:30 до 6:30, как я вам говорила. Мы позвонили, сейчас тренер позвонил, потому что занятие с ним отменяется. Там пока по каким-то причинам. Да не у тебя, а у Вероники. Честно, я в этот момент реально вздохнула, потому что я, в принципе, все успевала, но
Это было бы просто сейчас сломя голову унестись, кажется. А тут можно все тихо, спокойно сделать и даже сделать дела, которые уже не успевала, которые отложила на потом. А чебуреки у меня готовы. Вот это чебуреки. Чебуреки, да, которые из нас с мясом. Вот такие, немножко поджарилась посильнее. 5 штучек. Мягенькие вообще прямо. А вот эти 4 штуки, это да, для Сергея. Получились. Ой-ой-ой, красавчик мой. Положила я их на, соответственно, чтобы масло пропиталось, масло все, которое, на котором я жарила. Посмотрим, что получится. Надеюсь, получится вкусно. Доваривается еда у меня, собаки довариваются. Нет, макароны. Там тихо, там аккуратно, там горячо. Доваривается у меня макароны. Да, у меня везде горячо. Что ты, Илья, коктейль хочешь? Да. Сейчас сделаю коктейль. Да, сейчас сделаем из сельдерея, киви и бананчика, да? Коктейльчик. А вкусно? Да, смузик получится у нас, да? Ника! Привет! Да, дубль 2, поход в баню, да. Только уже в новом. Да, мы сегодня спустили, сейчас уже что-то звоним, буквально вот недавно. О, наш автобус, пойдем. Решили пойти в новую баню. Так, все, быстренько мы доехали. Приехали мы сначала к Ирине, к ее дому. И отсюда мы уже поедем на машине в Владарский район. На какой? Над Сириной. Владарский район, да, кстати, у нас, видите, выглянуло солнышко. Ветер немножко стих, наконец-то. Хотя бы с ног не сносит. Приехали мы к бане. Сдачи, потому что мне тоже 1000. Приехали мы в баню. Повесите его. Смотрите, аккуратно выходите. Бля, Володарский район здесь вообще впервые. Доча! Идем в баню. Да-да-да. Купила. Обменяли. Обменяли веник. Что нам принесли вообще какую-то? Пихта. Пихта, он каляется. Так. Нет, можжевела. А, можжевела, да, это пихта. Эй, мелочь. А, все, отдобры неправильно. О, сразу к булкам. Оформили так хорошо. Ага, давай. Здравствуйте. Эй, ну что, Вероника у нас в бане? Да, здесь немножечко другая обстановка абсолютно. Но это немножко потом, когда люди разойдутся, мы покажем. Ну тоже очень хорошо, да, Вероника? Обалдела. Бафен. Обалдела, бафен. Купель есть. Купель. А, купель, окунули в купель. Купель ледяная. Это вообще что-то было. Я думала, там поплавать, да? А вылезла, как маленький крысёныш. Кричащий при этом. Да? Зато бассейн скоро наплавалась, да? Веничком. Пихтовым. Да. Пихтовым. Садись. Плавать? Не, мы сейчас пойдем мыться. Кстати, тут есть книжечка, где она? Не знаю. Я не могу принять камеру, ага. Там люди стоят раздетые. Ну вот она. Да, кстати, вот такая книжечка Добрыня есть. Тут можно выбрать даже банщика. И банщика тоже. Да, выбрать услуги различные. Не, прикольные. Вообще. Массаж. И массаж. Нет, и чтобы... А, сейчас пойдем. Да. Так здесь выглядит внутри. Хотела, знаете, что показать? Снять вот этот супер фен. А, посмотрите, какая красота. Я такого 100 лет уже не видела. А тут классно, можно лежать, получается, не знаю, просто лежать или что. А здесь что интересно? А здесь тоже какой-то, не знаю, что-то просто, тоже какой-то стол, не стол. Можешь чай пить. Ну что, с легким паром нас. Ой, вообще супер просто. Ощущения. Вот у нас банщица идет, которая из бассейна, да, и залезай в машину. Еле ножками передвигает уже, да. Угу. Что ты, сил нету. Сейчас открою. Давай, залезай в машину. Опа, прыгай.
Так, все, снимаем очень быстро концовку видео, потому что у меня на телефоне только 3% буквально приехали. Я говорю, все, разряженный. Приехали, Лена, наш уже дремит вовсю, да? Скажет, разбудили, пришли меня. Слоненьки, ну, знаешь, правильно, мы приехали 10 часов домой. Время. Как Вероник баня? Ой, понравилось тебе? Банщица моя. Да, она там ныряла, плавала. И парилась с ней венечком, и по попочке, да, как она, не венечком, по попочке. Смотри, да? Ты у меня купальничек не взяла. А зачем там купальничек? Там в бассейне наплавали, скажи, да? Купель леденющая там. Веронику 6 раз окунули, 3 раз, а 3, первый раз, 3, там, второй раз. Мама, ты бы сама задала. А я туда не полезла, ты сейчас знала, что она там ледяная. Там ледяная вода. Я знаю, что там ледяная. Поэтому мама туда не полезла. А что она так и полезла? Ну, это же наш... Отчаянная девочка. Ладно, первый раз ты не знала, второй раз ты знала уже. И ты осознанно на это пошла. Так. Ладно, все, на этом заканчиваем наш влог. Иначе сейчас вырублю за телефон, вообще концовку не сниму. Все, всем хорошего настроения. Нас легким паром и всем... Пока-пока. Пока-пока-пока-пока.